Маха Болт, 2015 год, 12 тысяч пробега, стоит нештатный руль, нештатные зеркала, нештатная рамка под номер, в принципе, все остальное без изменений. Так что мы имеем аккумулятор, скорее всего, под замену будет, два ключа, один сервис, держатель телефона, два выхода USB. АБС перед зад, резина у нас в прекрасном состоянии, передний тормозной практически выработки нет, статок лодок процентов 40, будет прикуриваться. Задние амортизаторы все чистенькие, штука без рыжиков и так далее. Задний тормозной диск в идеальном состоянии, остаток лодок процентов 70-80, резина зад тоже вся в прекрасном состоянии. По факту поменять аккумулятор, масло, фильтр, все можно эксплуатировать, проблем нет. Приматок работает очень-таки неплохо. На дороге без внимания не останетесь точно. Бассани. Вот, если правильно прочитал.